нюансы. Чему она будет посвящена? Она будет посвящена заботой о себе. Мне кажется, это очень важно, когда мы позаботились уже обо всех, всем сделали подарки, всех приголубили, всех вспомнили, всем позвонили. Надо немножко сделать так, чтобы самому себе было приятно, расслабиться. И следующие аксессуары, они будут больше, вот, наверное, про заботу о себе, как можно обычные какие-то вещи, процедуры сделать незабываемыми или приятными, или еще более такими релаксирующими. Итак, у нас будет с вами стандартная механика для приглашающих спонсоров – это сбор спонсорских баллов. Как это будет работать? Первое, конечно, спонсору тоже нужно делать личные заказы. Это мы помним от 50 баллов бонусов в каждом каталоге компании. В каждом каталоге компании вам засчитывали спонсорские баллы, нужно в каждом каталоге делать заказы. Дальше смотрите, мы будем считать спонсорские баллы только за тех новичков, которые придут с 17-го каталога, да, потому что именно это будут спонсорские баллы именно за этих новичков. Так что приглашайте именно для этой компании со спонсорскими баллами с 17 каталога по 1 и помогай им делать заказы в их 21 день регистрации. Это очень важно, потому что именно этот 21 день размещения заказа новичка будет считаться в копилку его приглашающего спонсора. Я думаю, это отличное предложение, потому что сейчас сезон продаж, и баллов можно собрать огромное количество. Копите эти баллы с 17 по 1 каталог, по 2. Почему по 2? Да, потому что мы понимаем, что будет переход новичков, которые еще доделывают свои заказы в течение 21 дня с 1 на 2. И далее стандартно обмениваем спонсорские баллы на подарки в каталогах 2 и 3. Я думаю, что многие себе уже присмотрят к следующим праздникам, к 8 марта, что-то из нашего предложения. Что здесь важно? Смотрите, здесь мы будем еще делать акцент, чтобы сразу тех новичков, которых вы пригласили в эту компанию, она же вся практически новогодняя, поэтому сразу их также включать в рекрутинг, также им объяснять, насколько сейчас выгодно быть приглашающим спонсором, потому что ты сразу включаешься вместе со своим наставником в процесс приглашения, и вы вместе, да, вместе идете к людям, также рассказывая про подарки, про новогодний сезон, и то, что сейчас для него еще и самый выгодный сезон, потому что он также будет собирать большое количество спонсорских баллов. У нас 6 категорий, таких 6 категорий подарков. Вход в категорию через количество новичков. Все очень понятно. Поскольку достаточно продолжительная программа, то есть вы видите, что спонсорские баллы очень будет просто накопить, потому что сезон продаж и категории входа. То есть 3 рекрута – это за 3 каталога. Я думаю, что это вполне реально, да, сделать так, чтобы получить даже подарок из первой категории. Что же в этих категориях? Вот вы посмотрели так по-крупному. Конечно, чтобы получить подарок в категории, нужно не только рекруты, нужно еще и спонсорские баллы за каждый подарок. К примеру, если вы хотите подарок два подарка в первой категории, это 3 рекрута и 400 спонсорских баллов, чтобы получить набор полотенец и набор наших любимых продуктов Swedish Spa. Сейчас я поподробнее расскажу вам о каждом из продуктов. Ну, я думаю, что вот этот набор точно не нуждается в представлении, он есть дома у каждого, потому что это, наверное, любимейшая серия для ванны. Это соль скраб, которая дарит какие-то невероятные ощущения. Я очень люблю этот продукт, потому что, ну, ты как будто реально вышел из моря, потому что соль, масла, которые там действительно оставляют на коже такой приятный и шлейф аромата и ощущение какой-то легкости, воздушности. Ну и, конечно, наш крем для тела Swedish Spa, который сегодня тебя тоже окутывает. Вот мы про это и будем говорить, что все продукты будут завязаны на такие приятные моменты, достаточно в рутинных вещах. А следующее, тоже это набор полотенец очень приятного нюдового цвета, 100% хлопок. Вообще, я думаю, что кто когда-либо участвовал в программах, где есть вот такие ванные аксессуары, все всегда знают, что это невероятное качество, это любимые полотенца у каждого в доме. Напиток Aqua Glow. Сегодня про него Оксана прекрасно рассказала. Да, это изнутри ты в себя подпитываешь влагой.
сезон непростой, когда у тебя лицо из плюс 20 в квартире выходит в минус 20, да, она испытывает невероятнейший стресс, и, конечно, нужно свое лицо и кожу поддерживать, и этот напиток тоже делает доброе тело, доброе дело для нашей кожи. Набор полотенец из 3 штук. Вы уже видите, что мы в следующей, второй категории, где уже 5 рекрутов и 400 спонсорских баллов на каждый из продуктов. То есть если вы хотите все 3 продукта из этой категории, это уже будет 1200 спонсорских баллов. То есть я думаю, что вы все это хорошо суммируете. 3 полотенца, да, там и большое, и маленькое, и, в общем, чтобы вытереть абсолютно все места. Вафельный халат. Мне кажется, халат – это вообще такая какая-то уже история из спа, да, когда ты выходишь из спа, ты накидываешь этот банный халат, и ты уже понимаешь, что следующая история – это не про утро, это, скорее всего, про вечер, или, может быть, у вас такое будет утро, когда ты еще нежишься на диванчике или на стульчике, можешь себе заварить чашечку любимого напитка. Следующая категория, смотрите, уже 7 рекрутов и 600 спонсорских баллов. Мы продолжаем тему ухода. Если мы уже заботимся о теле, то, безусловно, да, мы позаботимся о своих волосах. Вот такая невероятная фен-расческа Деваль. Друзья мои, мы специально включили в эту презентацию марки и те продукты, которые будут. То есть вы можете сами посмотреть на эту марку, и если вы считаете, что информация, которая на слайде, основная, ключевая для вас, недостаточно, вы можете найти в поисковой системе любого браузера, а конкретно, что же там еще в этой щетке такого волшебного. Но я думаю, что вы оцените вообще очень все продукты настолько продуманно, да, потому что только как ты высушил волосы, наверное, хочется сделать или макияж, или масочку, для этого нужно зеркало. То есть мы понимаем, что мы играем в эту историю «окружи себя заботой», чтобы все вокруг тебя было красиво, весь твой уход был за собой тоже красивый. 7 рекрутов за 3 каталога – прекрасная цифра. Дальше следующая категория – 10 рекрутов. Здесь действительно, если мы говорим об увлажненности, то и воздух, в котором мы находимся, обязательно тоже нужно поддерживать в нормальной увлажненности. Я думаю, что те люди, которые любят растения дома, они знают, насколько это важно, что растения тут же реагируют на сухость воздуха. Так вот, мы с вами такие же приятные, да, растения в какой-то смысле, потому что мы тоже реагируем, когда сухой воздух, и мы это тоже с вами чувствуем. Поэтому обязательно дальше окружаем себя тоже заботой. Прекрасно впишется в любой интерьер, потому что вы видите, что очень нейтральные оттенки. Термопод. Я могу сказать, что я, наверное, одна из фанатов термопода, как бы это странно ни звучало. Я не люблю пользоваться чайниками, я не люблю все время кипятить, потом он слишком горячий, слишком холодный, пока пил одну чашку чая, вторая уже остыла. И вот эта вот постоянная связь с чайником, мне она не очень нравится, особенно когда приходят гости, и знаете, когда чаша хватает только на 3 гостя, и потом ты снова кипятишь, и вот какая-то вот такая вот история с чайниками не очень. Поэтому я люблю термопод, и вот он тебе воду нагрел, он ее поддерживает в нужную тебе минуту, ты пошел, налил там чай, там заварил себе кофе и так далее. То есть это действительно очень удобно и очень практично. Я думаю, что это еще оценят те наши партнеры, у которых есть офисы, когда ты приглашаешь людей на чай, то ты действительно можешь всех сразу напоить чаем. Поэтому здесь 4,2 литра, достаточно внушительный размер гаджета и всего 10 рекрутов и 90 спонсорских баллов. Я считаю, это будет тоже один из фаворитов. Смотрится элегантно, подходит, мне кажется, к любой кухне, к любому офису, поэтому берем не глядя. Весы-анализатор. Следующая категория уже за 1300 спонсорских баллов и 15 рекрутов в этой категории. Мне кажется, это тоже гаджет, который не нуждается в представлении. Кроме того, что он знает о нас гораздо больше, чем мы сами, потому что он может вас проанализировать, да, кости, мышцы, вода, жир, и предательски показывает жир, конечно, да, и вес. Но я думаю, что именно этот продукт помогает нам понять, насколько мы правильно питаемся, потому что сколько раз я видела, когда люди, даже стройные люди встают на весы и показывают высокое соотношение жира, мы понимаем, что иногда наш внешний вид, он не отражает на самом деле то, что у нас внутри, а это нужно корректировать. У нас есть для этого правильное питание, но, да, нужно знать о себе все, и я думаю, что если у кого-то таких весов еще нет, срочно делать рекрутов и спонсорские баллы в следующих 3 каталогах.
А далее, умная колонка. Знаете, это так обидно, да, когда в доме у тебя будет наконец-то умная колонка, более умная, чем ты, но для чего она может быть и почему она включена еще вот в эту историю? Мне кажется, когда ты лежишь расслабленный в ванне или принимаешь душ, тебе захотелось какой-то яркой мелодии, хорошей мелодии, можно попросить эту колонку включить. Можно, пока ты нежишься в душе, заказать, например, себе завтрак или ужин. Может быть, узнать погоду, да, собственно говоря, скажи мне, дорогая колонка, какая погода сегодня? Она вам тоже ответит. Главное, чтобы этот диалог вам нравился двоим. Так что, друзья мои, впервые такой гаджет у нас. Я думаю, что вы его оцените. У кого уже есть умные колонки, такие делитесь тоже своими впечатлениями. В общем-то, кто умнее в доме? Следующий гаджет на 1300 и 15 рекрутов. Тоже, я думаю, что будет фаворит этого сезона. Это перкуссионный массажер. Да, мы с вами выучим такое новое словосочетание. И для чего он нужен? Вот посмотрите, опять-таки, окружи себя заботой. Это про безопасный массаж. Те группы мышц, которые сейчас требуют наибольшего внимания. Потому что мы с вами, несмотря на то, что мы двигаемся, но у нас очень много такой работы, которая связана с определенными, да, не знаю, там, сидим с телефоном, стоим с телефоном, мы все равно с вами не в естественном, да, позе, у нас голова склонена и так далее. Так вот, чтобы позаботиться все-таки о себе при нашем бизнесе, очень красивом, да, но тоже требующем внимания, этот будет массажер. Три насадки, великолепная красивая сумочка. Можно использовать тогда, когда нужно вам. Для тех, кто занимается спортом, тоже незаменимы. Так что, друзья мои, пользуйтесь в будущем, да, но для того, чтобы пользоваться, нужно будет накопить спонсорские баллы. И шестая завершающая категория, 30 рекрутов и 3,5 спонсорских баллов. Это портативная колонка, одна из самых популярных моделей, потому что любимая музыка, все, не знаю, там, аудиокниги, все всегда с тобой. Я думаю, что вот молодежь оценит это, потому что они сейчас всегда с собой берут что-то очень компактное, очень мобильное, и это вот как раз-таки про это, то есть это про умную колонку, когда ты даже дома можешь сделать себе такой кинотеатр, да, или, например, поехать на природу и смотреть кино там, а как будто ты в кинозале. В общем, я думаю, что тоже этот у нас продукт будет популярным. Ну и поскольку у нас с вами бизнес, да, мы говорим такой, который позволяет работать, да, удаленно или дистанционно, или это онлайн-бизнес, да, это вот такой бизнес, поэтому, конечно, мы вам написали модели планшета, поэтому вы можете посмотреть все другие нюансы этой модели, потому что я уверена, что будет много вопросов. Забивайте модели в интернете, любуйтесь, смотрите. Но я думаю, что для многих это будет, знаете, больше такая, как сделать твой мобильный бизнес более френдли для тебя. Потому что когда ты смотришь в телефон, это одна картинка, а все-таки, да, на планшете она будет побольше. Мы будем больше смотреть картинки в нашем электронном каталоге, видеть видео, видеть картинки. Я думаю, что это как раз-таки более такой френдли вариант для работы. Что же, друзья, а что же для новичков? Я думаю, что самое время про них тоже рассказать. Но мы помним, да, что у нас будет с вами задача. Новичков мы переводим сразу приглашающих спонсоров. Для них мы оставляем, естественно, да, потому что ты новичок, ты к нам присоединился, мы за тебя очень рады. Бесплатная годовая подписка на все преимущества Oriflame. Сделай любой балловый заказ в период действия каталога с 17 по 1. Вот. Все здорово, да? Постоянная скидка 20% на всю продукцию уже с самого первого заказа. Это максимальная, да, скидка, которую, наверное, дает вот магазин. И я думаю, что 20% сразу от цены – это шикарное предложение. И здесь вот, смотрите, нюанс. Бесплатная доставка первого заказа от 75 бонусных баллов. Мы это делаем в 17-м каталоге, потому что мы понимаем, что будут большие заказы. Поэтому обратите внимание на то, что вот в 17-м каталоге 75 бонусных баллов для того, чтобы заказ нашему новичку приехал бесплатно. Но что же для него еще? Почему выгодно стать партнером бренда? Друзья мои, вот золотые правила рекомендаций. Действительно, ты становишься партнером очень солидного, красивого, уважаемого бренда. Это престижно, это здорово. Ты пользуешься действительно продукцией, которой доверяют уже много-много-много лет. Да, 55 лет, в России уже 30 лет. Это действительно сейчас, мне кажется, важно и ценно. У этого есть
конечно, вторая сторона бизнеса, когда люди действительно понимают, насколько они могут доверять продукту, они это быстро покупают, поэтому надо немножко поохотиться за нашим продуктом. Но действительно, мы сейчас крайне популярны, и это здорово, и мы надеемся, что новички, которые будут приходить, для них будет такой тоже... такой квест, да, успеть купить все, что ты хочешь. Материалы с рекрутинговой кампании у нас будут традиционно на нашем сайте, инструменты каталога, будут отчеты, чтобы вы никого не потеряли, чтобы все новички прошли свои программы, сделали баллы, чтобы спонсоры их могли тоже отследить. Все условия будут с открытием 17-го каталога, поэтому, пожалуйста, смотрите на сайте полные условия. Но еще для новичков у нас продолжается программа с 13 по 18 стартовая, и она шикарная. Вот давайте все-таки еще раз напомним самим себе, да, и купим сами себе, что действительно супер скидка 60% на один из крутых продуктов, это тоже дорогого стоит. Нигде на такие крутые продукты вам такие скидки не дают, именно потому, что это сейчас только для новичка и только для стартовой программы, для его 100 баллов. И это все, что касается приглашения, друзья мои. Я думаю, что есть что доделать в 15-м, в 16-м, что же у меня так на 15-й день? Потому что 16-й был очень короткий, я не успела, видимо, его запомнить еще. Да, 17-й каталог. А там будет, знаете, по большому секрету сейчас вам расскажу, что будет большая распродажа для своих. А почему по секрету? Потому что она будет только для своих. И видеть ее будут только партнеры бренда. Поэтому так, что, в общем-то, те, кто вот еще даже сейчас вот зарегистрируется, да, они уже это увидят. Поэтому это только для своих и только вот так вот полушепотом. Почему? Потому что она будет длиться всего одну неделю. Что это значит? Это значит, что, ну, во-первых, наверное, даже недавно такого не было, а никогда такого не было, чтобы мы давали только для партнеров бренда и только на неделю распродажу очень крутым продуктам, да, к очень интересным предложениям. И в этой программе, да, первое, что нужно запомнить, будет две возможности туда попасть. Это первое, единовременный заказ 50 баллов бонус или единовременный заказ 150 баллов бонусов. В чем разница? Что за заказ от 150 баллов бонусов будет этот список более расширенный. Сразу хочу сказать, раз вы услышали слово список, списка не будет. Только сделая заказ 50 бонусных баллов, вы заходите в раздел акции и видите вот эту всю красоту. Эта красота видна только тому, кто сделал заказ. Эта красота видна только в момент, когда он делает заказ. Если что-то в ограниченном количестве и кто-то успел, а кто-то нет, да, то вопросов, а привезут ли, довезут, нет, потому что это и называется большая распродажа, да. Это то, что мы хотим вам предложить, но это что-то, что в ограниченном количестве, то, что мы уже не подвезем или не планируем больше продать. Да, это определенный набор продуктов. Еще раз повторяю, он будет виден в момент размещения заказа. Поэтому можно, конечно, делать скрины, но не факт, что когда вы делаете скрин, человек заходит, а это уже есть. Именно поэтому включаемся сразу. Я вам поэтому только для вас шепотом все это рассказываю, чтобы в нулевой день каталога вы все успели воспользоваться самым лучшим предложением из распродажи. Итак, два входа. Первый вход – это 50 бонусных баллов и любой продукт из списка по акции по суперцене. Смотрите, какой еще есть нюанс. Ты можешь принять в этой распродаже участие только один раз и только на один продукт. Поэтому принимаем решение быстро и действительно выбираем то, что вы действительно хотите. То же самое, единовременный заказ от 150 баллов бонусов, и ты получаешь доступ к расширенной распродаже из акции по суперцене. Вдруг так случится, что вы в этом ажиотаже завершили свой заказ и упустили такую возможность, вы можете сделать еще один заказ на любое количество баллов бонусов и тогда выбрать. Но я думаю, что вы, наверное, не забудете, потому что шаг акции, ну, еще никто не проходил мимо, да, его, потому что там действительно всегда самые-самые лучшие предложения. Используйте эту акцию, конечно, вы скажете, а что тогда говорить им? А говорить, что реально эта акция только для своих. Да, и никому другому она больше не достанется, а только тебе, потому что ты свой. Поэтому звоните, используйте, целая неделя для вас, но, конечно, самое вкусное, мне кажется, будет на старте. Полные условия на нашем сайте.
Ну и хочу напомнить, что у нас в этом году нам подарил такой замечательный такой новый формат. Это бизнес-форум Oriflame по городам от Калининграда, да, до Владивостока. Эти мероприятия проходят еще несколько недель, они с нами. Поэтому, друзья мои, если в ваших городах еще не состоялись, а будут в ближайшее время, обязательно посетите. Это какая-то невероятная атмосфера, какой дружбы, участия, вовлеченности, любви к своему делу, конечно, стоит того, чтобы на них обязательно побывать. Ну что, друзья мои, у меня на сегодня все. Я передаю слово Виктору. Да. Спасибо, Ларина, спасибо большое. Еще раз тебя с днем рождения. Спасибо всем за участие. Сегодня 1200 участников. Я сегодня, кстати, когда вот мы начали обсуждать с вами серьезные вопросы, рубрика «Прямой разговор», понял, что нам собраться надо как-нибудь на рабочую встречу и проговорить все рабочие вопросы. Потому что запуски мы уже делаем, это хорошо, мы начали встречаться. Обещаю, что мы организуем рабочую встречу, на котором проговорим самые актуальные, самые важные рабочие вопросы. Когда не скажу, не факт, что в декабре, может быть, в начале следующего года. Это тоже нужно.